Но здесь задача будет сложнее. Здесь надо будет вместить линейку. Вот надо будет сделать смещенное отверстие. Вот так вот будет стоять мерная линейка, стоять сапун. Насечка, минимальный уровень масла и максимальный уровень масла. Ставим щуп на место, так как мы его делали по резьбу, значит он по резьбу имеет. Друзья, я вас приветствую. Вы сегодня, как всегда, на канале «Кто в теме». Сегодня тема ролика наша будет следующая. Изготовить сапун, вернее, вкрутить сапун в болт, который вкручивается в коробку передач. Ну, это на эту тему ролика очень много. Я на нем акцентировать внимание не буду. Это всем известно. Там просверливаешь сплошную дырку на вылет, нарезаешь резьбу на 8, шаг 1,25 и, собственно, все. Но здесь задача будет сложнее. Здесь надо будет вместить линейку. Друзья, вот вы видите этот болт, который закручивается в КПП. Значит, нам надо будет сделать следующее. Вот здесь вот просверлить, видите, вот смещенное отверстие, не по центру отверстие, а смещенное в сторону. Мы здесь берем и сверлим третьим сверлом полностью отверстие до конца болта. Где-то приблизительно вот здесь оно выйдет, это отверстие. Потом рассверливаем седьмым сверлом это отверстие под сапун. И, собственно, все. Сапун можно будет вкрутить. Дыхательное отверстие КПП будет вот здесь. А здесь рядом, по смещенному центру, сверлом на 3, сверлим отверстие вот по этой полости. И тогда у нас получается следующее. Когда будет сделано отверстие, мы нарезаем резьбу метчиком М4 и вкручиваем вот этот каленый прут. Здесь будет сделана резьба, тоже М4. Она вкрутится вот в этот болт. И, в принципе, линейка будет стоять мертво. А с этой стороны, по смещенному центру, полностью, вот оно, вот тут отверстие, вот оно будет, будет стоять сапун. Он будет стоять в стороне, вот так вот. Вот так вот будет стоять. Это сделано для того, чтобы он не мешал вот этому телу, где будет нарезана резьба и вкручена линейка. Ну вот, собственно, и все, друзья. Так сфокусировано вроде бы неплохо. Я думаю, вы все поймете. Теперь приступаем непосредственно к исполнению нашей задачи. Линейка у нас будет сделана из 4-го прута. Каленого. Вот я нашел каленый такой прут. Он не сгинается. Специально для того, чтобы он прошел в то пространство, где нет шестеренок. Это я уже проверил много раз. Включал скоростя туда-сюда. Он стоял уверенно. То есть он стоит на одном месте. Значит, нам надо будет, прежде чем вы начнете работать с этим болтом, снять алюминиевую шайбу с него, чтобы не испортить. Вот. И потом работа будет следующего характера. Значит, смотрите. Вот надо будет сделать смещенное отверстие. Сначала мы его сделаем третьим сверлом. Сквозным. Полностью по всей полости. Потом мы прогоним эту дырку до полости вот этого болта,
сверлом на 7 и нарежем резьбу 8 на шаг 1,25. Значит, после того, когда мы нарежем резьбу, здесь будет отверстие для сапуна. Для сапуна будет отверстие. А здесь будет просто сквозное отверстие в камеру коробки передач. И вот здесь вот сбоку мы сверлим второе отверстие. Сверлом на 3. Нарезаем резьбу М4. Нарезаем резьбу вот на этом пруте. Тоже М4. И, собственно, оно будет иметь вот такой вид. Вот так вот будет стоять мерная линейка. А с этой стороны будет по смещенному центру стоять сапун. Ну, собственно, у нас все. А теперь вперед сверлим отверстие, нарезаем резьбу и все собираем до одного единого элемента. Так, друзья, сейчас вы видите щуп родной мотоблока. И вот насечка. Минимальный уровень масла и максимальный уровень масла. Ну, вот здесь вот мы сделаем насечки болгаркой. А здесь мы сейчас болгаркой отрежем. Все, вот мы видим насечки. Точно так же, как и на заводской работе, на заводском этом самом щупе. Сейчас мы сюда чуть-чуть капнем фиксатора резьбы для надежности. Закрутим наш щуп. Вот так вот на фиксатор резьбы. Укрепим его. Так, есть такое дело. И закрутим наш сапун. Вот она тут резьба. Итак, друзья, ставим щуп на место. Проверим сначала уровень масла. Так как мы его делали по резьбу, значит, он по резьбу и меряется. Вот он, уровень масла по
метку ровно. Ставим на место и закручиваем. Сейчас я вам заведу его для гарантии. Включу первую и вторую скорость. И вы сами увидите, что никаких помех нету для этого щупа. В принципе, щуп и сапун на месте. Так, заводим. Вот и все, друзья. Ролик подошел к концу. Щуп сделали. Сапун сделали. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик. Я всегда рад вам. До следующего ролика.